sì, che poi non ha. Все есть. Так. Ну, это штучка. Надо попить. Отлично вообще, да. Вообще, заряженный. Бля, я уснул в 5. Не, ну нормально, нормально. Опа. Все, отлично. А ну пошла трансляция? Алло, алло, алло. Опа, есть. Есть народ, да. Здорово, чат. Так, надо, наверное, чуть выше его поставить. Сейчас, чат. Сейчас я быстро настраиваю. О. А, ну сюда хочет. Так, ясно. Надо телефон перевоткнуть. Так. Все, сейчас, секундочку. Я первый, бля. Точно первый. Ты сапку готов получать, алло? Так, сейчас, секунду. Бля, сегодня жестко будет. Да, Назар? Нормально. Так, это Назар, тренер? Короче, в конце трения скажу инсту его. Назар, поотвечаешь на вопросы по этому? Конечно. А, ты ключик взял? Все? Что мы делаем? Не, не, давай ключик. А? А, ну, бля, я думал, где мой этот. Здорово, ребят. Давай, 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 заходи, бля. Красиво, красиво. Заходят все. Слушай, давай, я поснимаю. Сейчас. Давай. Пока разминочку сделаем. Окей. Погнали, сейчас сделаем разминочку. Суставную. Кисти, локти. Понял. Понял, обычную пока. Спокойнее, спокойнее. Пришел уже заряженный, все. 5 утра уснул, да? Да, в одну сторону, в другую, плавненько, чтобы локти нам размять. Короче, чтобы поравнять, ну ты знаешь, два раза, да? Да, да, да. Куда два раза? Тут? Да, 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 да. Два раза, и оно равняет типа по цели. Ага. А чтобы выше, ниже, вот, да, ага, джойстик, ага. Да? Так, тренер, доброе утро, заряженный для похода за пенсией. Я где-то уснул в 5 утра. Да, корпусом помахай. Поехали. Заряженный для похода, найди сапки, камень, нагружай старого. Да сейчас буду с ним тренироваться, так что посмотрим. Да, коленки, таз, шею разомни. Сейчас пока начнем с пресса, а потом пойдем уже наверх, где свободные веса. Сейчас раньше меня. Хорошо. Ой-ой-ой, что, в прессе, короче? Так, давай, сейчас сюда поставлю. Давай. Оп. Тут обнизу, так. Давай, давай. А, ну так, давай. Так, чатик. О, нормально он. Так, пацаны, кто первые
Так, Назар сегодня тоже тренируется. Ребята, да, телега есть, вы знаете. Короче, смотрите. Первое этот. Это сколько там? Давайте прессик 30 раз. Заливайте. Первые, кто 5 зальют видео в телегу, как делают прессик. Посапки, да. Я говорю вам. Там бабы бегают. Да, там бабы, там бабы бегают. Ребята, мы к ним подкатим потом. Давайте, первые 5 в телегу, а я вам посапки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ёпта мохнатка. Бля, вот это красавица, серьезно. Короче, мы потом в конце трения кому-то этот... Бля, сейчас, секунду. Кому-то подойдем и познакомимся, правильно? Ну Назар знает, что я... Нет, ты начнешь подходить к всем, показывать свои силовые, понял? Ты видела? Локти в стороны и старайся. Оп, оп. Вот так, да? Да. Где до этого? Вот там, да. Похоже, да? Не выйдет. Вот, хорошо. Медленнее отпускай. Чуть быстрее скручивайся, плавнее. Внизу выдох. Где? Злой вчера был. Спасибо. До конца, прям до жжения делай. Хорошо. Нормально? Отлично. Все, полетели наверх. Да, наверх. Короче, чат, там будет, короче, в конце тренировки, вы знаете, в прошлый раз вот Назар докажет, короче, я делал силовые, подхожу к девочке, говорю, типа, вы видели, как я делал силовые? Типа, какую-то тягу делал, да, потом говорю, сейчас я буду жать 80 килограмм, вы будете смотреть? Бля, без рофа. Она так говорит, не, я вниз спускаюсь. А как тренер зовут? Назар. Дам потом, ребят. Дам потом вам контактики. Вот. Можете послушать его по тренировкам там. Или еще чего. Да. А че старый долбоёб? О, все, бля, сегодня жим жестко. А что там? Есть? Бля. О. Так, давай чуть-чуть. Правее. И ниже. Нормально. Спокойно делаем, Саша.
45-ка, да, видите? 45-ка, это 90, плюс 2 гривны, 20, 110. Бля, у вас не видно, поставь поближе. И не видно чат. Что? Так, алло, бля, 110. Я на 130 еще не выходил, ребят. Короче, 110 пар. Короче, вот так смотрим. Это, короче, чат мы с Назаром прикалываешь. Тут чел делал вот то вот упражнение, я потом покажу. И встает и такой... Крылья расставил. Я так же. Все, блин. Снимаю пока тебя. Это я буду жать? Ну да. Да-да, давай 50 км, минус 10. Идет. Я еще не надо. Не говоря. Я еще не надо. Поэтому. Не знаю, что разом было. 180 км первый раз. Ни одна сама. Ни одна сама вчерашняя не дала, вот и энергии много. Да, это по факту, кстати, да. Дело дебил, говорят, что это фунты, они какие. Ну это фунты, да. Ну сейчас смотрите, где-то мы будем жать, дед будет жать 70-80 пожмем. 85 может на пару раз. Фунты они какие. Что за. Сидите и смотрите стрим. Балдеете, пацаны. Это он делает для вас, мотивирует. Утречка. 10 утра проснулся. 5 утра уснул, так все нормально. Так, а куда? Может, вниз так поставим? Давай поставим. Туда. Так. Чат, подождите. Ставлю вас. Аккуратно не упадите только. Нет, этот вес первый раз буду жать, кстати.
Сейчас, короче, я беру, ты мне чуть-чуть выдашь. Да, понял? Да, я знаю. Дышаешь. Прошлый был 110, сейчас 130. Ну вообще машина 108. Сорок чат. Так, идем туда. Беру только этот, водичку. Так, научи деда делать мост ебаный в рот. Какой мост? Нахуя мост? Какой, что такое мост? Смотри. Так. А ты одной рукой упираешься. Так. Берешь вверх. Ага. На кончик. Просто вверх, да. И под себя опускаешь? Понял, да. Да, ребят, там фунтах. Сколько там было? У тебя? Да. 75. 75 на 6. Мне. Так, вот это я? Я в колледже. Вот это? Да. Ну, можешь меньше взять пока сейчас на первый. Короче, мы вчера злым тоже жали, так он 75 на 4 сам пожал. Ниже опускай, прям опускай с лопаткой. И к себе, да, вот спинка, чтобы ты тянул. К тазу тяни, к тазу. Тяжелое? Хорошо, меняй ручку. Не-не-не, ты рукой, ты должен локоть сюда тянуть, вниз. Вот смотри, вот так. Еще выше, выше. Не, локоть тяни, а спинку не раскручивай. Там на штаны 78. Лопаткой тяни, локоть вверх. Не, ставь. Много.
Угу. Давай еще раз тебе покажу. Эх, смотри. Так. Ты должен поставить лучше. Да, и да. И ты вот так тянешь. Ага. А тебе надо локоть привести. Локоть, так. Вверх. И чуть выше, да? Плеча. Ой. Вверх. Понял. И ты да. сводишь лопатку одной рукой. Да. Опустил. Ага, все, понял. И привел. Понял. Ты делаешь вот так. Ага. Понял. Окей. Сейчас пока отдыхай. Ну, двумя можно сделать сейчас. Вот так себе. Так. Не запустился. О, вот это прикольно, кстати. Это 55 фунтов. Не, ну этими я не буду жать, это жестко. Как тягу мы делали штангой, только это гантельками, немножко хват по-другому. Давай сороковки там есть, сороковки вот эти две. Да-да-да-да-да, хорошо. Только корпус вверх не поднимай. Спинку. Да-да-да-да-да, вот, хорошо. И своди лопатки. Полностью ручки отпускай. Еще три. Полностью ручки отпускай вниз. Хорошо. Дрыща. Ну как ощущения? Не, нормально. Да, вот так. Ну сейчас будем двумя делать, чтобы двумя у тебя лучше получается. Одно оно немножко сложнее, потому что надо понимать, какой лопаткой ты должен приводить к корпусу. Спиной тяни, а не руками, тренер. Свой белок на ротан. А то... Машина. Да ладно, для вас мотивация. Ребята, отжиматься будем сегодня? Ребята, отжиматься будем сегодня? Чтобы грудак был, блядь, как у меня, ебать. Будем отжиматься или нет? Да, точно? Так, назад хуярит. Хорошо, ждите. Так, а девушки? Девушки на стриме есть? Плюсаните, пожалуйста. Девушки на стриме есть? Так, девушки, приседать будем? Короче, давайте, девушки. Так, для девочек хочу. Девочки, значит, ставите камеру, красиво ставите камеру, чтобы было видно вашу, этот, ну, бля. Что-что? Да, конечно, не, это где девушек мотивирую, ебать. Девочки, значит, девочки, что вы делаете? Вы приседы, ставите камеру, ну, я не знаю, ну, так, чтобы было видно вот так вот, что сбоку. Сбоку вот так вот, поняли, да? И начинаем сразу. О, раз, присела, бля. Давайте, девочки, сколько? Давайте по 3, блядь, давайте вообще в идеале 50. Но если даже 30 сделаешь, девочка, в ТГ закидываешь видос, плюс сапка, изи. Плюс сапка, только для девочек. Это упражнение только для девочек. Давайте, давай. В идеале 50. И на 3 подхода. Чуть-чуть. 45-ки бери. И ты стараешься больше отпустить ручки, чтобы больше растянуть широчайшую. Я сейчас найду виду, скину. Все, наклончик сделал, спинку брунул. Вот, только корпус вверх не поднимай. Тужится. Выше подтягивай, выше. Еще два. Хорошо. Уже тяжело, так чуть вверх поднялся. Крылья раздувает. Бля, ты писец, как крылья раздувает. Так, у нас еще так, ТГ, накидайте, модератор, что? Еще один там. А, еще один там. Хорошо. Короче, девочки, вы получили задание, давайте.
Давайте, работайте. Просто приседы красиво сделали. Но надо любить себя, понимаете? Четвертая тренировка в день. В неделю, вернее. В день, говорю, четвертая тренировка. Вообще охуевно. Да-да-да. Ставок, ребят, 12 декабря будут ставки. А сегодня какое, кстати? Нет, девочкам мотивация, чтобы любили себя. Не знаю. Просто сиськи не главное. Главное попа. Уже 13-е, блядь. Значит, ставки... А, ставки должны появиться были. Хорошо, я включу. Приду домой, включу. 13-е уже, блядь. Вчера ставки были, да? Ты на Нави ставил? Ну, типа, баллы канала там есть. А. Ты можешь залить там, сделает, не сделает. Типа. А, прикольно. Так, пацаны, я подготовьтесь, я сейчас дам вам упражнение. Первый был пресс, отжимания. Что такое есть в домашнем кружке, Назар? Только не говори, подумай. А. Подумай, не говори, а то мне сейчас уже наперед видосы позаписывают. Можно... Ну, я придумал уже. Что? Зажало? Да. Тренер, по подтягиванию. В домашних условиях, ребят. В домашних. Нужно что-то... Ну, короче, придумать. Подтягивание, тренер, по подтягиванию. Подтягивания все хотят. А подтягивание где будет подтягиваться? Ну, у каждого турник есть. Не каждый побежит на улице. Не-не-не, надо что-то побольше. Что? Давай. С 45-ками. Не видишь, если ну, хороший наклон возьми и к пояс утяни. Коленки выпрям, таз отведи. Не, ровненько стань. Да я хотел, да. Я думаю, куда ты? Да. Силы, силы. Ох, я весь турник. Подтягивай выше. Вот. Полностью отпускай руки. Еще наклончик возьми. Еще наклон. Вот, полностью отпускай. Еще один. Хорошо, хорошо. Что такое? А? На ебаная поясница. Все, тебе туда? Это с этим все? Еще да, один. Этим все. Сейчас вернемся на нажим еще. Там, ребят, девочки есть на четвертом этаже. Пойдем познакомимся после трения. Назад. Я, как всегда, буду менжеваться, рядом стоять, понял? На прошлой тренировке там чел подтягивается. Хотят, чтобы ты подтянулся. Хотят, чтобы ты потянулся. Не-не-не, подтягни, ребят, мне плохо. Давайте через месяца полтора, наверное. Мы, типа, ну, подтягивание всегда была не проблема, Назар знает. Мы, типа, раз в неделю там делаем, чтобы мышцы привыкли. Мы вертикальную тягу делаем. Это тяжело для меня. Они умеют, типа, блядь, старый. Там, ну, три раза сделаю, там, максимум. Уже после того, как забивалось. Где-то красиво смотрится на фоне чуваков, которые занимаются. Все, готов? Да, готов. Давай. Видите, чат, он уже как злой говорит, готов. Готов? Три раза лох. Давай, очку. Так, сейчас надо как-то поставить. Ну, бомба, видно, вообще класс. Раз, два, три.
Чат. Блять, не успел, сука. Блять, не успел. Ёбаный, вот сейчас секунду где. Блять, не успел, сука. Там, она такое упражнение хорошее делала. Расскажи, у кого силовые больше, у злой руками. Так какая разница, брат? Он ниже меня на сантиметров 15. Да злой. Ну он тоже сильный, ребят. Ну, типа, мне больше надо заниматься, у меня рычаг длиннее. Да. Типа, блядь, рука насколько на 15% длиннее. О чем ты говоришь? Здесь ты ходришь, ну да, расскажи. Фулы пока. Да, фулы будут после качалки в ТГ. Я 1.96 м, бля, а злой 1.85 м. Да. Поэтому забейте. Тут мериться бесполезно. А? А, понял. Гантели, да? Понял. 45-ок, да? Не-не-не, сейчас бери. Да, 45-ки бери. Коленками нормально закинь. Ноги качаешь, это спички. Так качаем, качаем, это же тоже не так просто. Зависит от генетики. Ты его ноги за 2 месяца не накачаешь. Все, поехали на 10. Ровненько держи. Своди их чуть, когда выжил. Еще один, начнем. Хорошо, ставь. Коленками также можешь подбрасывать ее. Понял? Не, ну это нормально, надеюсь, сделал нормально. Покажи бабушку, какую бабушку? А, это не бабушка, это девушка, она постоянно здесь занимается. Кстати. Сейчас, Назар, бля. Назар, вот твой подходящий вес, нет? Нет? Так, а ну смотрим. Давайте я отсюда встану. Посмотрю. Видите, какая амплитуда, как правильно. Он даже не дожимает до конца. Понял. Модер, хватит спамить, да, блядь. Камрад, что вы делаете, блядь? Операторы, хватит чат рассказать. И так с телефона нихуя не видно. Что, плечо болит? Не-не, плечо не болит. Не отдохну еще. Так, шо им?
Отжимания это банально. Не, можно прикольно, знаешь, пусть сделают на 30 вот эти отжимания или от стула. Как? Ну, или от стула. О, да, чат. Чат, давай, кто? Кто, короче, первые... Или от дивана, понял. А? От дивана. Да, на количество, на количество. От дивана, да. Просто, блядь, сколько смотрите, первые 5 человек. Вот так вот, ровная поверхность, наверное. Поставь, да. Вот так, ровная поверхность, встаете, упираетесь. Ручки уже такая? Да, и поехали. Просто. И до пола, до касаться пола. И, блядь, кто больше всего сделает, тот не получит нихуя, шучу. Нет, тот гарантированно сам получит. И первые 5, которые в телегу. Давай. Да. Или надо еще отдохнуть? Нормально? Давай. Так, как мне тренер рофлит, не особо гоняет. Тут же не заключается загонять человека. Мы должны прокачать целевые мышцы. Ему же надо тоже отдыхать немножко, чтобы... А мне говорят, что я тебя не гоняю. Не, гоняет нормально, да. Это просто он, ну, типа, еще на старт со мной занимается, а тут... А обычно сделали, пошли на другое, там сделали, потом снова сделали, давай, назад вернулись, короче. Типа, главное, чтобы дыхалка поднялась. Да, поехали. Сейчас 50, да. Тренер, подтянись. Борется сами, а техника хромает. Он уже травму струбу рано или поздно. Выжимай. Да, плавненько вниз, не бросай, на 8. Хорошо. Еще один и бросаешь. Хорошо, бросай. Вниз бросай. Оп. Бля, я им выебывался, я на эти переходил. Чат, мы просто, блядь, делали грудь, а она забилась очень сложно. Я уже это не могу. Не, нормально. Мы вот эти, блядь. Не, так мы после жима. Да, мы после жима. Мы после жима, наконец. Мы на массу тренируем. Вы на массу трените, а есть программы на массу или на сушку, да, ребята? Ребят, короче, сейчас инсту Назара дам, короче. Кто захочет, можете поспрашивать. Только не заебывайте его. По делу все, правильно, Назар? Я или отвечаю, или нет. А, он через своя, короче. Не-не. Так, да. Назара этот, инсту покажу. Вот. И после стрима, после тренировки сможете, так сказать, ну, позадавать вопросы какие-то или еще что-то. У него до хрена есть короче, до хрена у него есть там всякая информация, поэтому. Так, готовься. Что? Готовься, сейчас мне надо залог. Я? Что именно? То есть понимание модели. А, да. Все, понял. Понял, да. Давай. Я так ставлю, я уже. А я тебе. А ты мне дачи. Через месяцок, я думаю в конец вот этой вот пойду. Сколько он жал? 75, да? Ребят, запомнили, 75. Бля, ладно, после Нового года я думаю, тоже 75 буду жать. Вот, потому что там праздники и так далее. Вот, а где-то до лета вот эти сопки буду, блядь, в руках держать. Так, мы тут по 2 сделали. Да. Как 75? Не, это не 75, это фунты. Что? Пуловер называется.
А ну давай. А, на трицепс? Ложиться на лопатку. Ага. Да, я знаю, да. И плавненько, немножко согнутые ручки. Ага. Уводишь назад. А, я понял. Это вот это вот, да? Вперед перед собой нажимаешь. Сюда не нужно. Ага, ты понял. Ты почувствуешь, как его дожать. Локти сильно в сторону не разводишь. Я понял, да. Уводишь назад. Назад просто. И вперед. Ага. Чуть-чуть согнутые руки, да? Да. Чуть-чуть. Да, я понял, да. О, бля. Чат экспертов, бля. Ебать, хуйня. Пуловер старому тем более не расширит грудную клетку. Ок. Я понял, короче, понял. Блядь, диванчики, блядь, с пивасиком после вчера. Не, если у них есть программа на массу или на сушку, то я уже понял. 1 фунт. Ну да, где-то вот, смотрите, ну сейчас покажу вам таблицу, заскриньте и будете смотреть. Вот сколько там, короче, у нас 30-ка. Это 13,6. Ну сейчас пока пробный первый. Да, ты должен тазом еще вверх немножко потяни, чтобы ты растягивал больше широчайшую. Плавнее назад. Только не напрягай шею сильно. Сейчас. Давай еще 3 и надо больше немножко, потому что... Еще 1. Хорошо. Это мой брат, короче, зашел один раз вот такой стрим и говорит, блядь, да пиздец, у тебя там чат эксперта, блядь, говорит, не так, там руки выше, ниже, блядь, ебать, чат эксперта, пацаны, как дела, блядь, в кроватке там лежите, вы там, в директ, говорю, в телегу, в комментарии, если что, кидайте, если не знаете, куда кидать, в телегу, ну, я понял. Да, видосы, как они делают что-то. Ага, понял. Так что... Особенно, короче, жду, чтобы этот... Ну, там для девушек дал. Чтобы... Приседы, чтобы приседы я видел. Ну, для девушек самое важное. Да, девушки, для вас еще продолжается это. Просто сбоку вот так вот встала. Вот так вот встала. Видите меня? Вон я, если что. Вот, встала и присела, блядь. Сколько можешь, вот. И так 3 подхода. И в телегу заливаешь, и все. В этот. И все. И плюс сапка. И плюс сапка. Для пацанов я дал там. А ты че, бля? А просто лечь на лавку нельзя. Зачем жопу на весу держать? А, да. Просто лечь на лавку нельзя. А зачем жопу на весу держать? Ну, видишь, эксперты, да. Мне так удобнее, это все зависит. Ну, мне тоже удобнее так. Давай. На массу наборе. Это мне... Не, брат, когда буду на... Как она называется? Скидывать, это будет до лета, наверное. Сейчас жру, все, что попадает. Не, все зависит от диеты, да. То есть программа может вообще не меняться. Возьми 30-ку. Вот там последняя внизу. Да. Подал. За жопу, дед, ты уже 3 месяца, наверное, технику. Не, ну потому что я ему каждый раз меняю. Мы просто одни выучили. После каждой тренировки. Давай вот это отодвину. Да, ты так упрись, чтобы тебя назад не перекидывал. Плавненько разводи, да. Перед собой выводи. Вот. Тренер с ногами хочет, что креативность плохо. Да я ему говорил, он чисто. Пусть пока без креатина старается. Сколько тренировка стоит? 400. 4 еще, 4. Локти немножко подсогни и выводи больше. Прямо вперед прижимай. Да. Еще 1. Хорошо, ставь.
Нормально? Что там? Растягиваю. Там вопросов столько, я не успеваю отвечать. Да, да, да. А там еще, блядь, спамят модераторы, уебки. Люблю вас. Так, ну скоро на руках будешь ходить. Так я и так хожу. О, злой ворвался. Говоря, все понял. Я объяснил тебе, что креатин это неплохо. Ага, я понял. Пусть только без креатина, потом отключим. Да не, я пошутил, камрадить, я же в хорошем смысле. Сколько груди жмешь на раз? Брат, сегодня что-то слабо. В прошлый раз мы 80 жали. Ну 85 ты да. Выжмешь. Вчера злой, кстати, вообще, я скажу, ну он 80 выжмет. А. Так что ты старайся восстанавливаться, потому что догоняешь. Нет, типа четвертая тренировка в неделю из-за этого, мне кажется. Не, из-за того, что ты не выжмешь. А, я понял, да, ребят, мало спал. Вчера очень что-то не спалось, да. Давай, ебош, предпочтение бы тебе еще подкачать. Предплечье, ой, спасибо. И плечи норм. Плечи у меня норм, брат. И предплечье норм, и все норм. Ножки догнать, у меня все охуенно. По чуть-чуть, блядь, работаем, нахуй, и посмотрим на результат. Я же, кажется, блядь, зачем мне... Короче. Нет, в первую очередь скажу, что ты любитель. Да. Ты не готовишься на соревнования. Я сегодня занимаюсь, тренер смотрит, короче, что мне нужно подогнать и все. Синтоли, видно сразу, я эксперт. Да, на синтоле. Сейчас посмотрим. Сейчас я покажу вам на синтол. Инста, ТГ, ребят. В ТГ залил, короче, татуировку девочки. Которая вчера была на бедре. Нормальная там татуха у нее. Смотри сюда, бля. Кто там сказал, бля? Ебать. Дрыщ, как дела, бля, в кроватке, ну? Сухой. Да, что-то, бля, что-то сухо сегодня. Давай еще раз на 10 и пойдем дальше. Или больше? Нет, это нормально. Протеин, куда колоть, надо спросить. Надо в десна втирать. Под губу желательно. Осуждаю, блядь. Так, я назад иду. Аккуратно, кстати, еще открою. Так, кек. Камик натурашку тренит. Вегетар. Да, больше вводи назад, плавнее. Вот, хорошо. Своди больше вперед. Еще 5. Напередел уже. Плавнее. Еще 2. Хорошо. Шея напрягается, да? Тренер, подскажи, если тошнит после тренировки, с чем может быть связано? Может, покушал, знаешь, не то. Ты же, если старайся перед тренировкой, там, за 2 часа кушать, и будет нормально. Или вообще не кушай, потрени, если утром просыпаешься. Потренировался и дальше кушай, потому что все зависит от еды, если тебя тошнит. Хорошо. Нормально? Держи. Жестко. Шея забилась. Ты ее просто нарисуй, держишь. Да. Кому он отвечал? Анталия на лоб не упала. Так ты ж держишь ее двумя руками, Анталию. Смотри, как сейчас делать. Крылья сейчас показать сейчас? А? Сначала. Я понял. О, все, сейчас пойдет. Ребят, сейчас, блядь, и венки пораздуваются нам. Крылья, вот, да. Сколько людей сейчас тренируется в день? Зав, сколько ты тренируешь людей в день?
6. А? 7-6. О, ничего себе, нормально. Да, грудь уже все, ребят, забилась, бля, из-за того, что не выспался еще. Да, грудь уже все. Мы сделали просто жим и еще с гантелями все жим. Блядь, не смог. Я в прошлый раз жим делал вот этими гантелями, 55-ками, вот этими. Крылья вот, смотри, вот простой, да? И раз крыватый, блядь, сразу, ебать. Да, бля, не видно. Ну, короче, фулы в ТГ залью, ребят. В плане то, что сниму футболку после трения, блядь. Ебать, там заливаю иногда. Так, поехали. Бери, наверное, два цуни. Вот эти, да. По одной руке, на 26 раз. Раз, выводи чуть локоть вперед и больше закручивай. Хорошо, я снимаю. Тренер. Парни, два раза, если... Не, нормально. Санек старается хорошо. Просто не выспался сегодня в 5 утра. Лёх. Ну, ничего страшного. Ты считаешь? Давай, делай. На 26. Внизу не расслабляй ручку. Все, ставим. Легко? А? Легко? Да. Сейчас, тренер, ты не так прочел. Не после трения, а после притрена. А, после притрена? Ну не пей его, если тебя тошнит. Выпей просто кофе и все. Притрение может быть много всяких разных штук, которые штормят систему. Что? Да тут отвечаю на вопросы. Сколько кило одна гантеля? Ну, сейчас было где-то по 11. Там с тренером скидки. Сколько кило одна гантеля? Сколько? Жали от груди. Жали от груди 75. Ого, ё-моё. Все, я терминатор. Я руки тебе уже надо свой мерч запускать, а? Майки, понял? Ага. Типа мод? Ну. Либо сзади ничего не быстро. Да? Видео это такое, да? Не. Не? А-а. Чуваку наклеили, а-а. Он все, блядь, не может. На, держи. Держи. Да, жестко. А ну, отвечай там на вопросы. Да. Не успеешь. Гантели настолько большие, что в руках не видно. Ах ты, сука. Грифон, да. Ебать, да? Раздуло. Смотри, ну. Ну вот, просто, блядь, да? А у нас чел, говорю, вот после того, вот этого упражнения, просто он делал, и просто вставал, и ходил этот. Бля, ну сейчас руки позабиваются, там писец вообще будет. Там сейчас бицепсы, трицепсы сделаем, блядь, будет. Назар ебаш. Даже увидишь, как я наклоняюсь. Да, вижу. Окей. Крыльный инструктор был в помощь, да. Угу. Не, сегодня присед мы в пятницу делали. Присед был в пятницу. Хоть бы 20-ки. А? Легко тебе? Да, с двадцатками, да, мне надо. Тридцатки, наверное, да? Нет, 25-ки. Сейчас пока подожди. Нету. Не судьба. 25-ки, да? А, давай, попробуй. 25-ки, да, наверное, тяжеловато. Ну, сейчас на ручку по 10 нам надо. А сколько? Распамил кикуэй. Отказ, если... Если это нелегкая неделя. Ну, вы смотрите, тоже не уходите в отказ, потому что организм не будет успевать восстанавливаться. Артур не забросил, вчера был. У него завтра тренировка. Все нормально. Сейчас Бог не знает.
Техника, ужас. Насколько сделал? Насколько сделал? 10. Ну, нормально. Нормально тридцатками, да? А? Нормально тридцатками. Да. Чат следит, красава. Так. Не, у тебя вообще красавчики подписчики. Да. Следят, мотивируют тебя. Опа, там все везде подправят, знаешь, помогут там. То неправильно делаешь. Давай так. Так, видишь? Красавчики. Кто? Ну, чат. Чат? А, вот так, блядь. Там так, знаешь, техника неправильная. Ты такой, оп, поправили тебя. Такую технику. Чат, вы у меня лучшие. Ну, красавчики. Заботимся о старом. Так, а что, блядь? Что им еще дать? Какое есть упражнение прикольное на бицепс? На бицепс? Подумай. Такое в домашних условиях. Что может быть интересно? На, я пока подумаю. Окей. Так, чат, короче, сейчас... Чем? Бутылка воды 5-литровка. Ребят, пульсаните, у кого есть бутылка. Кто будет садить сейчас на бутылку, пульсаните, пожалуйста. Так, и, кстати, ребята, в конце тренировочки пойдем на четвертый этаж. Там девочки есть, короче, и поподкатываем. Ух, какая девочка. Рисуешь? Секундочку. Красава, Назар, красиво делал. Сейчас будут ржать, смотри. Они будут сейчас ржать. Ну, норм, да. Бери. Отмена, уф, не смотри на баб, сдуешься. Тридцатки красиво, медленно ты поднял, поржал и плавненько опустил, внизу не расслабляешь. Не смотри, он бабу снимал. Ты видел? Выровняйся. Выводи чуть локоть вперед. Смотри, локти держи вот так. Сейчас сделай еще пару раз, возьми меньше двадцатки и добейся. Стаж тренировки. Все, ставь. Бери двадцатки двумя руками. Поднимаем. Двумя руками. Разверни двумя руками. Да. Ниже опускай. Не наклоняйся корпусом. Корпус у тебя ровный должен быть сюда. Хорошо, ставь. Хорошо, держи. Кстати, чат, вот кто занимается, главное правило никогда не садиться. Сделали упражнение, типа встали и прошлись по залу. Это самое главное, что типа вот так вот, бля, ебать, сделал и вот так вот раз, сел. Это хуйня полнейшая. Вот так вот нельзя делать. Так не делать. Всегда нужно походить чуть-чуть, подумать что-то еще. Зачем ты банан засунул в трусы? Какой банан, алё? Уебище. Так, сейчас... Сделаем. Давай. А, это 30. Бля, ребят, сейчас рука будет просто деревянная и здоровая. Это не банально. Там 24 аргумента, ребят, трусов. Измерение веса берется. Фунт. Тут в фунтах, ребят. Это 30-ка, 30 фунтов. Блять, вот это уважение на самом деле, блядь. Ну ебать, он любит себя, нахуй. Ну хорошая, хорошо выглядит, красиво. На 4. На. Держи. Двадцатки бери. То есть ты вот так держишь ровненько кулачки, смотри. Вот так кулачки ровные. И просто за себя опускаешь вот так. Локти старайся поуже. Ровно. Гантельки параллельно друг другу. И за голову, вот, ровненько.
Не соединяй их. Так, тренер всегда с собой тренирует. Не, первый раз, кстати, мы тренируемся. Эксперимент такой. Мешает, как дрочить. Тренер всегда с тобой тренируется. Больно сильно это. Хорошо. Все, ставь. Бдение. В один день бицепсы, трицепсы. Есть смысл. Так можно и в один, можно и в два дня. То есть нужно постоянно себе менять, чтобы шокировать. Не пропускай стримы. А по объемах я сейчас сколько? Не знаю, не меряю никогда. Вот в это, Назар, иди этот, дай телефон этот, инсту покажи, ну типа сверху. Ребят, сейчас короче, вот это вот спросите его в инсте в директе. Да, в инсте в директе спросите, зачем делать бицепсы и трицепс одновременно на трене. Сейчас даст он и спросит. Фух, жесть. Бля, устал немного, да. Мало вчера воспро... Ой-ой-ой, да, что там? И пошло, а ну. И шо? Аля, какие икры и корки красивые, да? О, коснулась и пошла. Так. Есть инста? Да. Покажи. Иди. Ага, вот, ребят. Инста вот это вот. Саурдис. Саурдис, все. Модераторы, проспамьте, вот. У кого есть вопросы, вот, пожалуйста, после трения задавайте. Только, блядь, давайте конструктивно. Не хуйню там этот. Не хуйню писать, окей? Что? Ну, ты говорил, чтобы не хуйню писать. Понятно. Саурдис, да. А то, блядь, вчера девочек пиарили, блядь. Вот. А, тренера нет. Да, понял. Ага, не сводить. Ага, понял. Да, отметь его в инсте. Да я отмечал, ребят, уже не раз отмечал. Но я ж не могу, у меня ж это ж телефон, алло. Я через что снимаю? Через 12 айфон. Бля, нормально так с утра, бля, онлайн, я ебал. Так, ну нужно какое-то упражнение ростовое, да, для парней, для девушек. Для парней и для девушек, Назар, какое там есть? Упражнение нормально. В домашних условиях, да, вот типа приседы, вот это мы сделали, да? Бёрби, пусть сделают бёрби. Это что? Ну ты ложишься, ножки откинул, оп, встал, прыжок. О, все, поехали, бля. Так, смотрите, 5 сабок для пацанов. 5 сабок для пацанов. Кто первый? Назар, покажи, пожалуйста, как это надо делать. Смотрите, как надо делать. Первый, кто 5 в телегу напишет, опа, прыгнул. Так, отжался, прыгнул. Девушки. Так, все, и поехали, ребят. Таз сложим, отталкиваемся. Если девушка делает, то типа, ну, то есть, ну, если 5 пацанов скидывает, да, и потом скидывает девушка, то я, anyway, девушкам все сапки раздам. Да, одним подходом. Да. Одним подходом, поняли? Поехали, работаем. Для девушек мотивация, бля. Чтобы не думали, что сейчас пацаны быстрее сделают еще что-то. Работаем. Бери также 20. Вчера легко бухать было, бля. Вам, конечно. Ты не бухал? Да. Точно? Так. Давай, 25-ки бери. Сложно было 20-ка? Нет, 20-ка. Давай, сложно. А? Сложно? Сложно, да. Все, да. Давай, 20-ка. Так. Алло, сколько, блядь, бурпи делать? Да по максимуму делайте, главное одним подходом, а потом уже мы выберем. Легко было, да? Да, плавнее вниз. Красиво делаешь, нормально. Локти немножко сведи. Сведи локти. Блин, да. Вот так, да. Надо сбросить.
Только диета, ребята, дефицит калорий. А упражнениями ты только можешь немножко прорисовочку сделал, больше наполнить мышцы. Аря, какими упражнениями можно пресс сделать? Серьезный ходишь. Серьезный такой. А я? Серьезный, держи, я сейчас сделаю. Ну, после этого. После упражнения, да. Да, трицеп жесткий у меня, да? Смотрите, бля. Ну там жесткий, да. Это не 20 кг, ребята, это 20 фунтов. Расскажи о дыхании во время берпи. Берпи. Ну, на самом тяжелом выдыхаешь. Типа, скорее всего, да, отжимаешься. Вдох. Когда подпрыгиваешь вверх, выдох. Наверное, так правильно. Слышно, за? Да. На берпи дыхание. Вверху выдыхаешь, опускаешься, выдыхаешь. Ну, все, поняли? Я жесткий, да, правда? Давай. Смотри, бля. Бать. Нихуя нету там, бля, выебываешься. А сын, знаешь, что я делаю? Я сейчас попробую типа этом снизить вес и добиться, да? Давай. Так, такой жесткий, веточка. На 10 где-то сделай. Выпрямляй вверху. Хорошо, меняй. Меньше бери вот эти пятнашки. Пятнашки. Нихуя что-то не поменялось. Два. Два. Раз. Еще один. Все, хорошо. Бросай. Все. Ага. Да, без метеоритов ничего не будет. С этими упражнениями лучше базу гоняй ему. Все так. Пойдем вниз, держи. Еще там набьем ручки. Где, внизу? Да, да. Ой-ой-ой, чат, готовьтесь. Там девушки будет сейчас. Вы готовы-то? Там будет не только девушки, там будут и подкаты, короче, какие-то. Что ты говоришь? А, что-то здесь? Да, то у тебя вниз, там девушек много. А, окей. Ну давай. Так, сейчас. Подтягивай на насадку. Брат, они у всех турники есть. Я хочу, чтобы равные условия были. Чтобы именно домашние условия были. Ой, бля. Стойте, блядь. А я свой. А где мой ключ? А, вот. А я свое попил или нет, блядь? Я, походу, взял, блядь, друг. Ну да, я, походу, взял чужую бутылку и попью. Я что-то, блядь, походу затыкал. Где злой дома? Он заходил на этот, на в чат. Берем. Ага. Да какая корона, не? Ну я без рофа, я походу, блядь, этот. Взял чужую бутылку. Так, это надо туда как-то будет заходить или что? Я что-то не понимаю. Вот этого я сейчас не понимаю, как. Это куда, Назар, заходить? В этот? Что делать? Сколько гриф фунтов? 20 кг, да? Да, по 20. Гриф 20, да. А это фунты, вот, смотрите, 45. 45 фунтов, 20 и 4 кг. Сделал, чтобы мы здесь заходили? Да, понял. Так, значит, как делать? Так, взял. А, и просто вверх. Ебать, сзади выделяется, да, все? Красиво. Прям просто через футболку. Это пиздец жестко. Кинь ТГ где-то, да? ТГ, ребят, подписываемся, не инсту подписываемся, да. Все, давай. Сделаешь? На 10 минимум. Все, ровненько взял, подсел спинкой, оп, и вверх.
Я думал, он делается. Вот, да? Где-то вот такой вход? Ну, пошире чуть колени. Вообще изи. Давай еще два. Раз, два. Сейчас минус дед будет. Знаешь, как это есть прикол, типа, там чувак типа говорит, делай это упражнение, типа, раз в два дня, там что-то, и типа спина вообще болеть не будет. Не видел? Не. И что? Ну, типа, сейчас мем пошел, знаешь, с кривой техникой, тянешь так. Делай это упражнение там пару раз, и спина болеть не будет. Понял? Я понял, да. Грифон 54, да? Назад отводить плечи, понял. Да он не уйдет, наверное. Да? А ты эксперт. Бля, ребята, ну экспертов вы понимаете, много я в чате, кстати. Нет, говорите, нам нужна ваши комментарии да. По технике. А, сказали, короче, отводить плечи не назад. Нет, просто ровненько уйти. Немножко голову наконец-то и с собой смотришь и вверх. Плечи назад, чтобы отводить. Эксперты ищут. Не, подожди, алё, бля, ты чё? Не эксперт, а алё, ну ладно. Чё, бля, ты что это, бля, ты на зараз не думал. А ну, пацаны, правильно? Пацаны, правильно или нет? Дайте комментарии. Если все равно пизды получают. А, у нас двоечки оба ляжут. Причем после трения метана с пропинатом пропить. Сколько времени занимается уже? 2 месяца где-то. Хорошо, ставь. Один вешать? Да, я сейчас чуть побольше. Что, ты сказали правильно или нет? Ну, вроде да. Наши Я через...
Будет на веревочках держаться. Я понял. Так, быстрее. Легче держать. Еще один. Пиздец, насколько легче. Жесть, насколько легче. А, да еще сверху. Читаю комментарии. Читаю комментарии, хорошо. Так, правильно, ребята, или нет? Посмотрите, бля, ебать, хоть. Все, у меня 40. Здорово, Лиза. Рама 5. Ван Дамом, ясно. Бля, ебать, тут вес. Нормально тут вес. Камень, понял, какой рост у тебя? 196. Затянул, ага. Максимально. Оп, прокрутил, взял. Ага, да-да, я понял, да-да-да. Фатура, бля, ну да, есть немного. Да, 196, я очень, ну, высокий. Бля, люди, когда меня видят на улице, то вообще, ну, типа, охуевают. Потому что, ну, все. Когда видят меня люди на улице, они, ну, на стриме, типа, меньше. Ну, не ИРЛ, а в этот, когда я в хате. А потом видят на улице где-то, пиздец, да. Типа, жопа, ну. Давайте вот так. Жестко. Да, говорят, туда я вообще, блядь, типа, здоровее, вот, нежели на стриме. Так. Так, ну интересно, что там. Каменьку, чтобы нормально выглядеть, нужно весить и есть по 7 раз. Но я тоже говорю, что ушел он нормально, но важно ли качать шею? Я не качаю, но раньше качал, когда на смешанное ходил. Сейчас нет необходимости. Так же, как с запястьем. Зачем его качать? Оно и так во всех упражнениях почти работает. Ну, получается, что больше 300, он нормально выглядит. Ух, попа у тренера. Тренер, отбери у него тряпки, пусть силу предплечья развивают. А мы и так уже делали упражнения с гантелями, то есть там тоже она работала, пусть нормально сейчас делает трапеции. Так, модераторы, поспамьте там инсту его, вот. Если будет у вас вопрос, держи. Вы сможете задать их Инну. Короче, дальше. В директе, короче. В инсте в директе. Тут девочка сейчас приступит делать. Да.
пенисы директно за... Блядь, Конрадец, что ты за хуйню пиздишь? Говорит, пенисы в твой директ кидают. Камик 95, да, 95. 196 рост, 95 ее вес. Шо, вниз? Ой, сейчас там цыпочки будут, ребята, готовы? Готовы или не готовы? Плюсаните, ребята, если у вас есть готовность. Готовы или нет? Если готовы, плюсаните. Мы сейчас идем вниз, а там будет очень-очень много девочек. Уф, девочек. Не готовы, а что? Нейт МПТ. Ебать. Нейт. Натали, да? Угадал? Нейт. Девочку зовут Натали, правильно? 24, 34, 196. А 34 это что? Подождите. А, 24. Нет, так 33, алло. Да какие девушки? Ну сейчас посмотрим. Так, пошли. Че? Ебать, я что-то ору, нахуй. Ну, я понял, для чего это для шеи, но это так орно, нахуй. Это так орно было, блядь. Пацаны, как качать мозги, блядь? Как правильно качать мозги, да? Так, а если куча девочек? Ой-ой-ой-ой, и они здесь работают, как ебать. Ой, какая тренерша сексуальная. Уф, тренерша. Так, ну тут до хрена, там на беговых дорожках. Раз, два, вон одна, три, вот это четыре. Короче, так, давайте я вот так вот вас поставлю. Давайте я вот так вот вас поставлю, окей. Да. Чат, я нашел для вас контент. А, кстати, блядь, Назар докажет, короче, мне улыбалась за стеклом. Блядь. Да-да-да. Так, посмотрите. Подождите. Блядь, что-то. Подглядывай. Ой. Бля, ебать, поза нормальная, не? Нормальная поза там, блядь. Шо? А шо? А не шо? Это реклама? Это называется реклама. Записаться туда и снимать эти? А, кстати, а что? Что на другой этой стороне? Сейчас, секунду. Ой-ой-ой-ой-ой, а там, блядь, а там еще какая-то хуйня. А ну, сейчас, секунду. А там еще какая-то хуйня. Подожди. Ой, а тут охуенное упражнение, кстати. Мы пришли на охуенное упражнение, ребята. Ой. Учатся раздвигать ноги, я хуй его знает, что за упражнение. Ну да, там учеба раздвигать ноги, они просто раздвигают и сдвигают ноги. Да. Он думает, что он невидимый. Меньше поставить, больше? А, немножко больше, наверное.
чтобы не отпускать. Два. Таймер дает эффект невидимости и безнаказанности. Хорошо. Бля, хочется прям, знаешь, последнее добить. Ну, меньше, типа, ластовый подход сделаем. Да. Третий, блядь, ребят. Вот хочется именно, знаете, меньше вес и типа дохрена аж сделать. Прям подбивать мышцы. Да. Бля, это что за хуйня, блядь? Ебать, они что-то сегодня заговорились. Вот это в Тигровом охуенное, кстати, да? Ребят, ну это типа реклама, мы ничего не снимаем. Вот, ребят, этот, смотрите, девочки умнички занимаются. Ой, блядь, ну что-то слишком жестко. Я хуй его знает. Там прям, ну ладно. Типа, мы же Назара снимаем, правильно? Мы же снимаем Назара. Ебать, красава, Назар. Большим планом Назара снимаем. Назар, ебать, красава. Назар, ебаш. Чё, бля, я не могу, нахуй. Так, давай. Ты сколько же поставил, а? Немножко больше. Так, где-то минус 3. Хорошая работа, Назар. Ставлю. Маньяк, лучший. Нет, Назар. Я сделал больше, ну ладно, потом. Сколько его? 21 мне. Ой, дурак. Давай. Да, туда бы сейчас одно из. Ну, чтобы тебе ебаный молодец, не поебало набили за такие съемки. Два еще. Два. Скидываю. Поехал. Локти держи на месте. Еще один. Скидываю. Еще разок, да. Хорош. Добивай. Нужно ниже опускать. Нужно ниже опускать. Ниже опускай. Хорошо. Отдыхай. Да все. Останавливайся. Ниже. Нельзя, чтобы локтевые суставы не нагружать. Я прям почувствовал. Я понял. Хорошо, не нужно. Что не нужно? А, тебе рассказывать, что ли? Эксперт? Нужно. Смотрите, какие у тренерши красивые глаза. Девушка, можно посмотреть? А слушайте, а у вас есть бейджик? Как вас зовут? Какая? Татьяна. Татьяна. Смотрите, у вас может быть такой персональный тренер, кстати. Татьяна, помашите ручки. Смотрите, чатик, привет. А сердечек накидаете ей? Сердечек, прям много-много сердечек накидаете, ребят? Прям супер много сердечек, давайте. Вот, посмотрите, сейчас сердечки будут. Прям много сердечек накидайте, Ри. Ой, да, давай. Много сердечек. Татьяна, вы понравились чатику, видите? Ой, бля, Назар уже что-то делает, подождите. Я понял, я знаю это упражнение. Давай. Так, ладно. Давай, добиваем уже. Да, старый хлам яйца катит. Плавнее назад, выше себя. Локти вверху. Плавнее назад. Телки к камеру бегут, он качает попу тут, приседает по два раза, выбивая дурь все сразу. Прикольно. Хорошо. Ну, это пока первый, еще два надо. Больше, да. Держи.
Какой рост у Камика? 196? 6, да. 6, да. Ну, здоровый, здоровый. Так, вот, ребят, вот, смотрите, вот этот парень. Так, бля, давайте вы не будете пасты, бля, а то я ничего не вину. Вот, смотрите, парень пришел к девочкам. По-любому позаниматься. Конечно, позаниматься. Конечно, позаниматься пришел. Так, просто вперед, да? А, и он раздвигает чуть-чуть, понял. А я не раздвигал. Я 196, да, ребят. Камигут, он качает попу тут, приседает по два раза. Слышь, ты видел, как паста? Телки в камику бегут, я он вижу, качает прикольно, попу. Прикольно, да. Так, приседает по два раза, выбивая дурь всю сразу. Только пукнуть не забудь, чтобы обнуть прямо тут. Да, охуеть. Прикольно, да, ты там вчера такое проб в топе. Там такая красивая паста, блядь, так смешно читалась, каждая строчка, типа орная, знаешь, и в конце. Ну пора офа, типа. Ой, хуйланы, кто удаляет без ебала набью. Все, да, локти уз. Плавно вводи больше назад. Выше себя локти подними вверх. Еще два. Два. Хорошо, хорошо. О, вот это да, вот это хорошо. Это да. Да, хорошо, блин. Прямо хорошо. Ты можешь сюда ножку убирать? А, да? Не, нормально, нормально. Чувствую, да, но нормально. Сколько там кг? А вот, смотрите. Это 52 кг. 52 кг. В прошлый раз я, ребят, а что я делал, короче, вот тут какую-то хуйню. Мы, да, на этот, я полностью все жал. Помните, прошлой неделе я выкладывал сторис? А вот назад, нихуя себе разворачивает. Сейчас 52 кг. Кг, да. Что? Что там по Татьяне, я не знаю. Так, сейчас спрошу. Сейчас, подождите. Сейчас спрошу ее, это хорошее упражнение. Так. Все. На. Давай, я сделаю. Давай, пока сделай. Получает бунт, где-то ФК, Татьяна ждет. Ну давай, телефончик, адресок в реале. Ногу упри вот эту штучку. Оп. Ой-ой-ой, извини. Блин. Нажар банит, ему похуй онлайн. Еще один. Давай, я сейчас скину вес. Давай. Хорош. Все, отдыхай. Все. О, жесть. Ой, бля. А Татьяна уже с другой пошла тренироваться. Так. Фух, Татьяна уже с другой пошла тренироваться. Все, Назар? Я хочу икры, давай икры сделаем. А давай, да. Все икры оставь, все. Потом идем пикапить девочек. Дальше. Пойдем. Типа, познакомимся с кем-то. Ну, в зале. Ну, даже не. Ой. Блять, как мы вовремя, ебать. Ебать, как мы вовремя. Икры пришли качать. Так. Довольны. Так, чат, я вам нашел развлекуху-то. Так, допустим. О. Ничего себе. Вот так вот, ребята, в зале занимаются. Вот так вот в зале занимаются девочки. Бля, ну пиздец, ну это же занятие, понимаете? Я же рекламирую занятия. Вот. Я не маньяк, алло. Просто рекламирую, вот смотрите, что они делают. И там тренер есть. Вот это тренер, самое впереди. Все.
все. Так, икры. Я помню, как икры. Да. Ну. Так, как красиво поставить, чтобы вам было интересно. Рывком одним? А, одним, одним. Только хорошо прожимаю вверху. Нам не, нам деда не интересно, он покажет эту тренировку. Да показывай, стараюсь, чтобы знаешь. Я тоже не хочу спалиться. А сейчас как раз положение стакана с видом на пол. На 15 где-то. Вниз хорошо опускайся. Нормально. Давай, дерзай, пока они сейчас будут выходить, ты как раз можешь нападать. А, не-не-не. Не? Не, пока не. Не, мне что-то ничего здесь. Не, так не понравилось. Что, куда не они, кто они? Что? Не. Ну, типа, не то, что не буду. Там никто не этот. Ну, типа, нету симпатичных. Не, ребят, молодцы. Девочки вот эти все молодцы, на самом деле. Проснулись с утра, воскресенье, все хотят поспать, а они уже на тренировочке. Смотрите, бля, она что-то недовольная, правда. Наоборот, довольна должна быть, потренировалась, все дела. Надо завтра. Готов. Готов. А то... Да. Я сейчас пытаюсь симулировать, надо реализовать. Выше. Двойными можешь в конце. Нормально. Много? На 15 еле сделал. Ага. Ну надо где-то на 12. А, да? Я на 15 сделал. На 12 сделал? Ага. У вас 12 только. А сколько у нас времени? Где-то тоже так же. А ну сейчас посмотрю. Я не знаю даже сколько времени. Чат, сколько времени? За что пермач? Кому пермач? Мы пермачи не выдаем. А, у вас 12. Точно, я же на 10 пришел. На 10.30. 13.13, да? Это Москва. А Киев 12.13, понял. Еще один, давай. Давай, поехали. Скажем, Лёша, у вас водичку первым идём. Ещё три. Три, хорошо, нормально. Здесь. Ты всё? Пойдем. Да, где у нас там этот? Ты еще нападать придешь? Да, я хочу, а где эта Татьяна? Татьяна где? На Татьяне, на тренер. Так, подождите сейчас, самое интересное и для вас типа кринжовое будет сейчас, right now. Так, подожди. Сейчас она даст это упражнение какое-то, и мы просто... Заберу лямки. А, хорошо, да, да. Сейчас она делает упражнение, а я хочу... Подожди. Ладно, пух. Ну, неудобно, она стоит в закрытой позе. Она, смотрите, ребят. Эта поза, значит, закрытая, короче, видите? Руки сложены, она не готова говорить. Уже не готова говорить. Так, давайте здесь найдем кого-то. Бля, ну какие-то... Не то, что не девочки. Так, это бегает в наушниках, да? Нормально или нет? Так, а вон какая. Ой-ой-ой-ой-ой.
Бля, какая. Или не очень. Бля, пиздец, я в очках я не вижу, блядь. Я в очках ничего не вижу. Без очков, вернее. Я 3 метра не вижу лица. Ой, тут еще одна. Ага. Спряталась? Да. А почему? Так должно быть. Да? Ничего себе. Лёшка, а что вас заставляет в воскресенье утром? Дайте комментарий, пожалуйста. Что вас, так сказать, будоражит, чтобы в воскресенье утром встать и пойти на тренировочку? Чем отличается воскресенье от других дней? Правильно, вот, хорошо. Ну, то есть... Абсолютно ничем. Нужно быть красивой каждый день, правильно? Нет, каждый день не нужно быть красивой. Почему? А то это есть, поддержание. Ага, поддержание. Оно делает тебя красивым сразу. Да. Это философские мысли пошли. Красиво, да. Это философские мысли. Вот примерно вот так. Ага, я понял. А как вас зовут? Чтобы не обращаться к вам, девушка. А, пожалуйста, Ксения. Как? Ксения. Ксения. Это Ксения, чатик. Чатик, вот так вот мотивировать себя нужно каждое утро. Сердечек накидаем Ксении? А у тебя? А? Сердечек. А. Сердечек, вот. Вон, сейчас будет сердечки. Сейчас будет сердечки. Ну давайте, чат, поддержите сердечки. Ну вот, пошли сердечки. Посмотрите, сколько сердечек. Все, это все вам. Это все вам, да. Спасибо большое, честно, ну вообще не нуждаюсь в этих сердечках. Не, это просто это для хорошего настроения. Да, это для хорошего настроения, для того, чтобы хорошо с вами пообщались, не стеснительные вообще. Да. Хорошо. Вопросов? А какие вы хотите? Не, ну дайте, хорошо, давайте вот просто на то, что вы хотите ответить, вот ответьте. Какой у вас вопрос первый вертится? Нет вопроса, у меня вообще уже все есть ответы. А вы каждый день занимаетесь или как? Фактически. Фактически каждый день? Угу. Я понял. Интересно, очень интересно. Чем? Чем? Ну не знаю, ну просто... Что? Тут не одна такая? Почему? Ну я через день занимаюсь. Но сегодня у меня такой внеплановый стрим на самом. Ой, стрим говорю. Внеплановая тренировка. Ну, ты со стримом. Ну я 3 раза в неделю там занимаюсь. Это хорошо. Да. Занимаюсь уже хорошо. Еще раз? Занимаюсь уже хорошо. Да, конечно, конечно. Ну я с тренером, да. Назар где? Он же пошел, короче, вверх. Лямки. А я пошел по девушкам, да? Я не бабник, если что. Не, просто у меня легкий контакт с девушками. Вот. Очень легко просто с ними общаться. Да. Это хорошо подается. Да. Простите, девушка. Отличного вам дня. Спасибо. И хорошей тренировки, да. Я не знал, что дальше говорить. Ну, короче, ну такая, блядь, это самая симпатичная вот. И вот это вторая. Но она так спряталась, посмотрите, блядь. Ты блядь, просто спряталась за бетонной стеной. Не, нормально. Ебать, кринж она валила. Да нет, это еще не кринж, блядь, это же не этот. Ой-ой-ой, так, а ну. А вот эту давайте рыженькую, ребят, или она не очень. Давайте я сейчас сначала приближусь, посмотрю. А то я хуя знаю, сейчас будет не вот. Не, это не то. Это не то. Да нету, типа нормально. А я там, девка, короче, за бетонной плитой, короче, спряталась. Ага. Не вот это, а я еще понял, одна понял, там понял. Есть. И все, я там разговорил ее. Ксения, да. Ты. Нет, все, гайс, просто все, никого нет. Сейчас. У Татьяны еще. Сейчас, секунду. Татьяна. Покажите самое хорошее упражнение для девушек, чтобы эффективно накачать попу, чтобы это вот приседание. Что? Приседание. А покажите, как правильно это будет делать. Опа, так, подождите. Еще раза два сделайте, вот раз и еще разок. Еще, пожалуйста, вот, бля, крайний. Вот там чат не рассмотрел, ну пожалуйста. Бля, ну вот, ребят, вот это красота, на это приятно смотреть, мотивируйтесь, девочки, мотивируйте, это Татьяна, здравствуйте, Татьяна, хорошего вам настроения, спасибо большое за то, что показали, как правильно приседать, вот так вот.
Так, все. Все, да, все, погнали в раздевалку. Чат, я буду офать. Нет, красивая Татьяна. Можно было и инсту ее пропиарить на самом деле. Чат, я буду офать по той причине, что в этом, ну, в раздевалке там писюны голые. Вот, ходят голышом все. Это как в бане, короче. Вот, поэтому типа буду заканчивать. Инста, ВК. Короче, вечером, ребят, будет инсайт инфа. У меня есть для вас инсайт, очень жесткая инфа по стриму на следующей неделе. Распишу вам, расскажу про кахание на выживание. Вы охуеете. Вы просто охуеете, да. Короче, вечером будет стрим. Где-то после 9 по Киеву или... Короче, где-то около 10 по МСК. Возьми инсту Тани, плюс тёлку, так. Будет инсайт инфа вечером, поэтому да. Инста, ВК, подписывайтесь. ВК, вон, Макар спамит сообщение, чтобы плюсик поставили. Короче, модераторы, поспамьте. Везде подписывайтесь на соцсети, чтобы быть в курсе. Спасибо большое, что смотрели. Онлайн для тренажерки, это вообще крутой. Спасибо большое, хорошего вам дня, настроения. Увидимся вечером. Бля, инсту Тани, да не уже, ребят. Next time. Я каждую неделю думаю, типа, тренировку проводить в зале. Сегодня я чуть подуставший, но не этот. Да все, ребят, модератор, ну, блядь, он не так же часто спамит, блядь. Ну, 3-4 раза спамил, заспамил, и все, алло, блядь. Чего делаете? 3-4 раза, там 5 раз ссылок, блядь, ну, не по 20 раз, блядь, что вы делаете? Все, давайте, guys. Всем бабы, до вечера. Люблю, да.